Вперед, вперед, большевики, вперед. Так, взяла же, да, эти карты? Так, друзья, мы находимся в Риге. Всем почангус. Погода здесь, в принципе, такая же, как и в Стокгольме, как вы поняли. Видите? В принципе, я вам уже показывал этот паром не раз. Все, что в нем творится. В этот раз мне попались два. Ну что значит попались? Сейчас общался с двумя типами, общаясь с которыми, можно потерять веру в человечество. Все у них плохо, все, просто все. И это не так, и то не то. И там не там, и здесь не здесь. Это просто ужасно. Мне хотелось плакать. Вот. Проверяют, да? Ага. Да, им же делать нечего с собаками. Собаками стоят даже, ничего себе. Такие вот дела. С ума сошли вообще. С этой стороны что-то. Да. Они думают, что в эту сторону что-то везут. Такая вот жизнь, видите, друзья. Везде границы, везде проверки. Скоро будет со свиньями стоять. А? Почему? Потому что уже выявили породу свиньи, которая нюхает лучше, чем собака. Да ты чё? Чуть, да. Очень приятно. Было неприятно, что собаки нюхают, теперь еще свиньи будут нюхать, да? Вообще сила. Вот жизнь пойдет. Ты знаешь, что у Джорджа Клуни у него любимое животное — свинья? У Джорджа Клуни? Нет, подожди, не Джорджа Клуни, как это называется актер? Антонио Бандерас. Ну понятно. А я-то думал, что же он такой странный. Теперь все понятно. Так. А? Как обычно, да. Друзья, мы находимся в Риге. Вот. Так что пока буду здесь. Здесь у нас, в принципе, таких больших заданий нет. Всего лишь одно. Ну, в смысле, дело. Вот. Но, несмотря на это, буду здесь. Так что, если есть желание встретиться, звоните, пишите, надоедайте. Пишите письма огромным почерком. Пока все. Смотрите обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечный переход. Ждите новых репортажей из Риги. Покажу вам латышскую житуху, положуху.